Совместное итало-франко-испанское производство. Стив Ривз в фильме «Сандокан. Тигр южных морей». Авторы сценария Фульвио Джикка и Умберто Ленци по роману Эмилио Сальгари. В ролях Женевьева Град, Андреа Бозич, Рик Баталья, Марио Вальдемарин, Лео Анкорис, Ананда Кумар и другие. Постановщики Джованни Скарпеллини и Анджело Лотти. Композитор Джованни Фуско. Исполнительный продюсер Солли Бьянко. Режиссер-постановщик Умберто Ленци. Съемочная группа благодарит правительство Цейлона за помощь в организации съемок. Взвод, целься! Сандокан! Да здравствует Сандокан! Огонь! Они все умирают с именем Сандокана на устах. Поразительная выдержка. Они просто фанатики, безумцы. Именно так, фанатики. А чтобы подавить фанатизм, надо уничтожить того, кто его внушает. Мы сможем умиротворить эти острова, только когда расстреляем Сандокана. Лорд Гиллинг, вы хотите штурмовать Момпрочем? Нет. Остров Момпрочем слишком хорошо укреплен. Но мы сможем выманить Сандокана из его логова. Я приказал сообщить населению, что в Сараваке будет повешен мулударский султан. Но старого султана очень любит народ, это может вызвать мятеж. Мятеж мы подавим. Зато Сандокан пойдет к нам в руки, сам. Он ведь не даст просто так повесить своего отца. Но на этот раз он не сможет действовать внезапно, потому что все его шаги мы теперь будем знать заранее. Но
Джентльмены, за Ее Величество Королеву Викторию. Это Гиро Батол подает нам сигнал. Пора. Самбильон, Парата, Танадуриан, вы идете с Яносом. Дукио, отчаливайте и старайтесь не попадаться на глаза. Каждую ночь причаливайте здесь. Если мы не вернемся до зари на шестой день, уплывайте в Момпрачем. Скажете, что Сандокан погиб. Патан, Паранка, Сабан, за мной. Все готово. Я больше не мог оставаться в этой одежде. Она так воняет рыбой. Жаль, ты смотрелся как настоящий дояк. Я очень уважаю дояков, но ненавижу маскарад. Только так мы могли ускользнуть от английских пушек. Конечно, пусть так, но умереть я хочу в моей собственной шкуре. Давайте быстрее. Надо проверить, работают ли они. Надеюсь, я старался сохранить их сухими. Капитан Янос, можно приготовить чай? Пирангу, ты что, стал поваром? Меня обучил капитан Янос. Он сказал, что у меня получается отличный чай. Я не сказал «получается», я сказал «получится». Твой чай мы оценим после. До резиденции Гелунка 30 миль. Танадуриан, ты пойдешь впереди. Самбильон, ты будешь замыкающим. Не стреляйте, это я. Ну что, Самбильон? Я дошел почти до самого дома.
Это будет нелегко. Почему? Для частного дома там слишком много укреплений. Всюду стоят вооруженные до зубов сипаи. По-моему, там нас ждут. Выпей арака и отдохни. Может быть, все не так серьезно. Может быть, это совпадение? Ты веришь в совпадение? Обычно этот дом не охраняется. С чего это они туда прислали сипаев? Я верю моим людям. Но я знаю, что золотом можно подкупать людей. Главное сейчас узнать. Если среди нас есть предатель, то где он? Остался в Момпрочеме или находится сейчас с нами? В обоих случаях дом атаковать нельзя. Надо. Мы должны взять Гиланка и обменять его на моего отца. Сандокан! Сандокан! Сюда едет всадник. Он один. Может быть, это англичанин? Надо взять его живым. Позволь мне, тигр. Нет, Анадурен. Что вам нужно? А это от тебя зависит. Если будешь упрямиться, мы возьмем много. А если будешь послушным, то мало. Вы напали на офицера Ее Величества Королевы. Здесь у нас нет королев. Кто это говорит? Я Сандокан. А ты кто? Лейтенант Эпплтон из 16-го Уландского полка. Зачем ты ехал к Гиланку, Сэмбельонг? Смотри. Послание. Это его верительные грамоты. Видимо, он должен сообщить устно какое-то важное сообщение. Зачем ты ехал к Гиланку? Сэмбельонг, свяжи его и подвесь головой вниз. Зачем ты ехал к Гиланку? Тяните выше. Развяжите меня. Я буду говорить. Снимите его. Но нам сообщили, что на днях ожидается нападение на резиденцию Гиланка. Я должен предупредить его об этом. Тебе это кажется смешным? Прости, но как подумаю обо всех наших предосторожностях, а они в Сараваке, оказывается, все знали. Гиланк знает тебя в лицо? Нет. А его офицеры? Я никогда не бывал в резиденции в Форте Виктория. Разденьте его и отдайте мне его форму. Мы с Эпплтоном одного роста. Гиланк примет меня со всеми почестями. Это слишком опасно. Не забудь, что Гиланк умный и осторожный человек. Когда я сообщу ему одну новость, он мне поверит. Что ты собираешься сделать один? С этими документами я смогу убедить Гиланка снять охрану с дома. Простите, лейтенант, что оставляю вас в таком виде. Желаю удачи. Офицеры Ее Величества, проводите меня к лорду Гиланку немедленно. Слушаюсь, сэр.
Лорд Гиллонг. Лейтенант Эпплтон из 16-го Уландского полка. Садитесь. Я приехал прямо из Саравака. Лорд Брук передает вам привет. Вот мои верительные грамоты, сэр. Лейтенант Росс, лейтенант Тольби. Познакомьтесь. Предложите что-нибудь выпить нашему гостю. Что вы предпочитаете, лейтенант, джин или виски? Виски. Эпплтон. Вы не учились в Итоне? Нет. Превосходный виски. Превосходный. У меня был однокашник по имени Эпплтон. Это очень распространенная фамилия. Странно, этот однокашник тоже поступил в колониальные войска. Он среднего роста, белокурый, не совсем. Он маленького роста, брюнет с длинным шрамом на шее. А это мой кузен. Это Эпплтоны из графства Йорк. Итак, Эпплтон, что вы должны мне сообщить? Лорд Брук поручил мне сообщить, что повстанцы больше не потревожат вас. Сандокан мертв. Мертв? Вы в этом уверены? Я абсолютно уверен, я видел его труп собственными глазами. Как это случилось? Сандокан высадился в Сараваке, чтобы освободить отца. Он рассчитывал на внезапность, но это мы застали его врасплох. Как только Сандокан был убит, все его бандиты сдались. Джентльмены, это памятный день. Сегодня окончился многолетний кошмар. Лорд Брук должен вознаградить своего осведомителя. Хорошо вознаградить. Тоби, больше не нужно держать сипаев в состоянии повышенной готовности. Отправьте их назад в Форт Викторию. Прямо сейчас? А почему нет? Не будьте эгоистом. Пусть они отметят этот день заслуженным отдыхом. От кого им меня охранять? От стрекоз? А вас, Эпплтон, приглашаю сегодня на ужин. Расскажите во всех подробностях о смерти Сандокана. С удовольствием, лорд Гиллонг. Росс, проводите лейтенанта в гостевое помещение. До вечера. Надеюсь увидеться с вами на ужине. Боюсь, я не успею. Форт Виктория в 6 милях отсюда. Кроме того, важный гость — это вы. Нет, я всего лишь гонец. Нежданный гонец. Удовлетворите мое любопытство. Пароход из Саравака ходит только раз в неделю. Как вы добрались сюда? На парусной шлюпке, конфискованной у туземцев. Я высадился в порте Кинду. Ну да, конечно. Мое почтение. До свидания, лейтенант. Прошу вас, Эпплтон. У вас есть время перед ужином. Стой! Простите, господин лейтенант. Будьте начеку, ребята. Сколько вас тут? Нас 5, господин лейтенант. Отлично. Продолжайте дежурство. Слушаюсь. Как тебя зовут? Ратна, господин лейтенант. Хорошо, Ратна, открой. Слушаюсь, сэр. Я скоро вернусь. Слушаюсь, сэр. Когда же вернется Янис? Где
Ну что? Все в порядке. Я прекрасно изобразил англичанина, окончившего Итон. Тебе удалось убедить Гиллунка? Да. Сипайский гарнизон отправлен в форт пить в честь твоей гибели. Путь открыт. Что? Я рассказал, что видел твой труп собственными глазами в Сараваке. Надеюсь, ты не против? Отличная мысль. Воскресший мертвец произведет особое впечатление. Нам надо спешить. Там осталось не больше двух десятков солдат, но меня беспокоит лейтенант Тонби. А кто это? Один лейтенант. Для англичанина он слишком подозрителен. Только он заподозрил что-то неладное в моем рассказе. Мы не дадим ему время углубить его подозрения. Это надо вернуть Эпплтону с моими изменениями. Где он? Он привязан к дереву. Развяжи его, Гиробатол, и приведи сюда. Слушаюсь. Ты ничего не узнал о предателе? Кто он? Почти ничего не узнал. Я уверен, что это один из наших людей на Момпрачиме. Сандокан, сюда! Он был жив совсем недавно, когда пришел Янес. Чей это кинжал? Мой. Я его оставил вместе с одеждой. Но я единственный, у кого есть алиби. Предатель не остался на Момпрачиме. Он здесь, с нами. Если так, то зачем он убил Эпплтона? Очевидно, Эпплтон знал его и мог опознать, поэтому он убил его. Один из вас слушает меня сейчас с ужасом. Я обращаюсь к нему и советую ему уйти отсюда. Если останешься, я тебя выслежу, и тебе не будет пощады. Пусть предатель остерегается и подумает о моих словах. Я найду его. Лучше ему уйти самому. А теперь пошли. И помните, Гиллунг превратил ваших братьев в рабов, убил ваших жен и разрушил ваши дома. Открой рот на это, Эпплтон. Слушаюсь, сэр. Туда. Я готов. Everything is ready. Good. Все готово. Хорошо. Пошли. Thank you.
Осторожно. Назад. Сандакан. Убежал. Сейчас поднимет весь гарнизон. Сандакан. Это голос Сабау. Пустите меня, пустите. Сандакан. Кто вы? Если хотите узнать, скажите этому дикарю отпустить меня. Не волнуйтесь, вам никто не причинит зла. Мы не знали, что здесь есть женщина. Какая вам разница? Вы что, отказались бы от нападения? Не будем терять времени, Сандакан. Сандакан! Ну, конечно, как я сразу не догадалась. Кто же еще мог устроить эту бойню? Теперь вы знаете, как меня зовут. Я хочу узнать, как вас зовут. Мэри Энн Гилланг. Что вы сделали с моим дядей? Вы его убили? Ваш дядя убежал, не подумав о вас. Орел улетел, но нам осталась голубка. Имея племянницу в наших руках, мы сможем вести переговоры с Гиллангом. Отличная мысль. Конечно, похищение женщины не противоречит вашей морали, если у вас вообще есть мораль. А вы, конечно, предпочитаете мораль вашего дядюшки, основанную на жестокости, обмане, угнетении. Наша мораль проще. Защищаться от истребления. Поэтому вы пойдете с нами. Я хочу узнать, куда вы меня ведете. Это вам не нужно знать. Нет, нет. Кто ты? Ее зовут Лиранг, это моя служанка. Скажешь Гиллангу, что его племянница в руках у Сандакана, и что ни один волос не упадет с ее головы, пока мой отец жив. Патан, запри эту женщину понадежнее. Дайте слово, что не будете пытаться бежать. Даю вам слово, что сделаю все, чтобы вас повесили. Сэм Бельонг, доверяю тебе, мисс Гиллангу. Смотри, чтобы она не убежала и чтобы ей не причинили вреда. Отпустите меня. Не толкайте. У вас все равно нет надежды. На этом острове два полка сипаев. Они вас скоро захватят. Самое мерзкое — это видеть англичанина среди этих бандитов. Не англичанина, а португальца. Все равно вы предатель. Мисс Гиллангу, не усложняйте мою задачу. Сэмбельонг, возьми Патана и Парангу и вернись назад. Посмотри, нет ли чужих следов. Встретимся перед закатом. Слушаюсь.
Ты озабочена, ведь все идет хорошо. Вот эта тишина меня и пугает. Неужели Гелланг не гонится за нами? Он не посмеет атаковать нас в джунглях. Может быть, он попробует договориться? Боюсь, ты его недооцениваешь. Я больше не могу. Сколько мы прошли? Около 10 миль. Девушка замедляет наш ход. Почему бы нам не отдохнуть часок? Нет, остановимся на закате. Ты первым идешь в караул. Капитан Янис, я могу приготовить чай? Пирангу, но ты умеешь разводить огонь без дыма? Нет. Значит, чая не будет. Помогите! Помогите! Спасибо. Не за что. Ваша жизнь так же драгоценна, как жизнь моего отца. Ты в порядке? Он подкрался сзади, тихо, как змея. Потом поговорим. Это был он, предатель. Теперь кое-кто его знает.
Не нужно больше связывать ее. Вы ведь поняли, что одной вам далеко не уйти. Мисс Гилланг, кто вас освободил? А почему я буду говорить вам это? Не надо укрывать этого предателя. Кто это был? Я не смогла узнать, его было темно. Но что-нибудь вы подметили? Я подметила, что на нем были сапоги. Вы очень коварны, мисс Гилланг. Вы мне не верите? Конечно, нет. Если вас освободил Янис, я вас оставляю с ним. Сможете разработать вместе новый план побега. Почему вы предали свою расу? Возможно, у меня свои счеты с правосудием. Если так, помогите мне бежать, и мой дядя наверняка вам поможет. Звучит заманчиво, но как я буду жить потом? При одной мысли о работе, тогда скажите, какую сумму вы хотите получить, и вам заплатят, даю слово. Вы правда убеждены, что мы стали пиратами из-за жажды денег? Вы совсем не можете вообразить, что люди могут бороться за свои идеалы? У бандитов нет идеалов. Лорд Брук и ваш дядя отняли у этих людей землю. Убили мать Сандакана, повесили его братьев. Целый народ был поставлен на колени силой пушек. Так кто же из нас бандит? Скажите, кто? Пирангу, сын сатаны! Давай быстрей! Смотрите. Он был застрелен. Около дня тому назад. Может быть, больше. Это не могут быть люди Гилланга. Может быть, охотник. Что ты думаешь? Странно. Как если бы тысячи невидимых глаз все время следили за нами. Сандакан, вы никогда не доберетесь до Момпрачима. Почему вы так думаете? Все солдаты Слабуана охотятся за вами, и вы не сможете даже переплыть море. Они не знают, где мы собираемся садиться в шлюпки. Вы забыли, что среди вас есть предатель? Конечно, не забыл, мисс Гилланг. Вступите в переговоры с моим дядей, и наверняка я помогу вам. Вы его племянница, но вы его плохо знаете. С Гилланком нельзя вести переговоры. Это безжалостный и жестокий человек. Он солдат, он выполняет приказы. Какие приказы? Уничтожать народ? Вы упрямый безумец. Я хотела обратиться к вам без гнева, спокойно, но вижу, что ошиблась. У вас ничего не выйдет, а эти люди погибнут по вашей вине. Вы не чувствуете, мисс Гилланг, запах моря? Айердук, Букоко! Назад, назад, это засада! Не стреляйте, не стреляйте, это я, мисс Гилланг! Сандакан! Сандакан, у тебя нет выхода. Отпусти мою племянницу. Сандакан, сдавайся. Я обещаю сохранить тебе жизнь. Боеприпасы кончаются. Что будем делать? Пустите меня. Я его смогу убедить. Нет, нет, он нас прикончит. Пока вы с нами, у нас есть надежда. Какая надежда? Они могут убить Мариан.
Пытаются снова нас окружить. Янис, ты сможешь прикрыть нас? Что ты хочешь делать? Вывести ее из-под обстрела. Думаешь, они посмеют стрелять? Я постараюсь прикрыть ее. Сэмбильон, Янис. Быстро. Янис. Геробатол, Патан, Сэмбильон, вы отвечаете на огонь. Потом отходите и соединяйтесь с нами. Пуля застряла внутри. Ну так что ж ты ее не вытащишь? Дай мне кинжал. Держите его. Дайте арака. Повязку. Сколько арака пропало зря. Молчите, не тратьте свое дыхание. Оно вам понадобится. Чувствую, как возвращаюсь к жизни. Теперь можно и чашечку чая. Сандокан! Они уплыли. Даже не пытались проникнуть в джунгли. Каким-то образом Гилланд узнал, где мы собираемся садиться в шлюпки. Он отрезал нам путь на Мампрачем. Надо искать другой путь. Ты сможешь идти? Я-то да, мои ноги немножко колеблются, но я их заставлю. Тонадориан, ты местный. Да, тигр. Смотри, вот остров Лабуан, а мы здесь. Англичане будут нас искать в этой зоне. А мы пересечем остров посередине, а когда выйдем к морю, построим лодку и поплывем в Мампрачем. Там большие болота и охотники за головами. Послушай, Сандокан, ты наш вождь, но я могу тоже сказать, что думаю. Я часто рисковал жизнью с тобой, но сейчас другое дело. Никому никогда не удавалось пройти через большие болота. Они могут поглотить целое войско. Продолжай, Сэмбельонг. Белая девушка умрет. Ты тоже умрешь. Разреши действовать мне. Я уведу их в сторону, а вы тем временем вернетесь к морю. Тебе повезло. Это одна из самых ядовитых змей в джунглях. Нам надо пройти больше 100 миль. Вы сможете? Да. Знаете, Сандокан, я уже почти на вашей стороне. Можете считать это спортивным азартом. Вас 7, а против вас 2 роты сипаев. Мне интересно, чем это кончится. Но обещаю, что с этой минуты не буду вам ставить палки в колеса. Звери бегут. Они чувствуют приближение бури. Это будет опасно. Я предпочитаю буйство зверей.
с пулем Сипаев. Пошли. Осторожно. Ведите себя спокойно и не шумите. Они могут разъяриться. Постараемся пройти в джунгли. Пошли. Вставайте быстро. Пошли. Я знаю, вы спасали вашу заложницу, но я все равно вам благодарна. Сколько это продлится? Может быть, день, может быть, несколько часов. А я-то приехала сюда, подальше от лондонской сырости. Когда гроза кончится, мы разведем большой костер. Теперь я понимаю Яноса. Все бы отдала за чашку чая.
Итак, ты уверена, что этот пират больше ничего не сообщил? Он не сказал тебе, в каких еще точках побережья они могут погрузиться на лодки? Нет, сэр, он спешил, он боялся, что его засекут его спутники. Немыслимо. Две роты сипаев под командованием английских офицеров не могут справиться с кучкой дикарей. Если вы позволите, я с моими людьми могу войти в джунгли. Нет, остров слишком велик, его центр не исследован. Кроме того, Сандакан может рассчитывать на помощь даяков. Но его надо выманить оттуда, он может просидеть в джунглях много месяцев, надругаясь над вашей племянницей. Моя племянница — это незначительная деталь. Меня интересует Сандакан. На побережье стоят наши гарнизоны, они их не пропустят к морю. Главное — это пресечь всякое пособничество со стороны местного населения. Я сожгу все лодки мадаяков. Сегодня же запрещу рыбную ловлю на всем побережье. А если этого будет мало, я сравняюсь с землей в деревне. Уверен, что лорд Брук поддержит эти меры. Джентльмены, Англия далеко. И то, что на родине считается бесчестием, здесь может оказаться военной необходимостью. Помните об этом. Пирангу неправильно выбрал профессию. Ему надо было стать поваром. Знаете, Мариан, а вы нравитесь пиратам. Они бы охотно сделали вас своей королевой. Отличная карьера для выпускницы Лондонского колледжа. А что, Сандакан не женат? Сандакан? А что? Почему вы смеетесь? Разве он не такой же, как все? Я бы сказал, он лучше всех. А вы женаты? Был женат. Я женился на сестре Сандакана. Чудесная женщина. Ее убили солдаты вашего дяди. Мы ждали ребенка. Мне очень жаль. Вы должны не жалеть, а понять. Вы смотрите в глаза этим людям и видите в них только ненависть и жажду мщения. Но раньше так не было, уверяю вас, пока ваша раса не начала их истреблять во имя цивилизации. Это ты, я тебя видел. В чем дело? Я его видел. О чем ты говоришь? Он отошел, пока мы ели, и стал делать насечки на деревьях кинжалом. Он указывал англичанам путь. Нет, я отошел нарубить хвороста для костра. Неужели ты думаешь, что я предам тебя, Сандакан? Англичане убили моих сыновей. Ты видел, как я дерусь. Ты видел человека, который перерезал веревки. Кто предатель? Скажи, что это не я. Гиработал, я не видел этого человека. Тихо. Послушайте меня. Я не потерплю непослушания. Я буду решать, кто виновен, а кто не виновен. А Гиработал? Он не предатель. Он не виновен.
Через два дня мы уже будем далеко от этого ада. Не думайте обо мне. Это приключение начинает мне нравиться. Сандокан. Тебе плохо? Идем дальше. Лучше лихорадка, чем веревка англичан на шее. Он больше не может идти, давайте остановимся. Нет, идем вперед. Танадориан, выведи нас на сушу, мы разобьем там лагерь. В рану попала зараза из болотной воды. Что же делать? Нужен покой, постельный режим, горячая вода и лекарства. Санадориан, приготовь носилки. Нет, я могу идти. Отдохни, Янос, мы не спешим. Сандокан, помоги мне. Джиробатал, в чем дело? Стойте. Отравленная стрела. Это охотники за головами. Мы должны выйти отсюда. Идите за мной, след в след. Сандокан, я умираю. Я тебя не солгал. Найди предателя. Отомсти за меня. Я отомщу за тебя, Джиробатал. Кто бы он ни был, я убью его. Ну, как ты себя чувствуешь? Лучше. Завтра смогу идти. Не думай о завтрашнем дне. Поспи, если можешь. Через сколько дней мы доберемся до берега? Еще около недели. А как же быть с Яносом? Он в таком состоянии? Я не понимаю. Вы что, переживаете за ваших похитителей? А вы что, против? Пойдите, поспите. И не волнуйтесь. Я посижу с Яносом.
Это охотники за головами. Когда они перестанут? Я больше не могу. Что они с нами сделают? Скажите. Они так пляшут перед жертвоприношением. Пока что опасности нет. Послушайте, Мариан. Я всегда думал, что умру в бою. А сейчас меня ждет бессмысленная смерть. Но тяжелее всего мне думать о вас. За себя я не боюсь. Не говорите так, я ни о чем не жалею. За эти дни я поняла, что ваше дело правое, и я свободно сделала свой выбор. Это нельзя, этим нельзя оправдать вашу жертву. Вы не повинны в том, что здесь творили англичане. Вы же взяли меня в заложницы, чтобы спасти жизнь своего отца. Потом ваше отношение ко мне изменилось. Сандокан, вы что, забыли, что я англичанка? Теперь это уже не важно. Нет, это важно. Даже если все кончено, я хочу, чтобы вы знали, что... Сандокан. Я... Я люблю вас, Сандокан. И я люблю вас. Сандокан.
వాడని కిందకి దించండి. మిగతా వాళ్ళని అతను తీసుకువెళ్ళండి. ఆ మహాబలిని చూస్తారు. అందరినీ చంపివేయాలి. అందరినీ చాలు. మొదటి ఆ తెల్లవాండరు, మిగతా వాళ్ళు అది చూస్తారు. త్వరగా కింద పెట్టండి, అక్కడ పెట్టండి, అక్కడికి తీసుకువెళ్ళండి, అక్కడ. దేవా, వర్షాన్ని రప్పించండి, పిడుగులను కురిపించండి. Беги, Сандокан, не думай обо мне. Stop. Do you hear? Стойте! Stop. Стойте, несчастные! Остановите это кощунство! Послушайте меня! Ты, Сандокан, по прозвищу Тигр Момпрачема. Что тебе нужно от Сандокана? Я Туан Голонг, повелитель даяков. Я вассал твоего отца, мулудерского султана. Я поклялся ему в вечной верности до вторжения английских захватчиков. 2 дня назад я узнал о твоей высадке, и с тех пор ищу тебя по всему острову. Люди, которые напали на тебя, будут наказаны по заслугам. Туан Голонг, друг не становится на колени перед другом. Afraid white man may die. Yes, afraid white man may die. The gangrene is spreading. He needs a doctor. Белый человек болен, ему нужен доктор. Сандокан, помешай ей. Не позволь ей лечить этой плесенью его рану. Она убьет его. Это единственная надежда. Это же колдовство. Завтра белый человек выздоровеет. Сандокан, этот кошмар окончился. Теперь можно без помех добраться до побережья. Ты не пойдешь с нами в Момпрачем. Когда мы доберемся до моря, я отдам тебя Туан Голонгу. Он тебя отвезет в Форт Виктория. Не делай так. Я единственная возможность спасти жизнь твоего отца. Заложником может быть только враг. Но мы не враги. Если ты не хочешь брать меня в заложницы, возьми меня по другой причине. Ты знаешь, я люблю тебя. Это еще одна причина, чтобы расстаться. Но почему? Вчера ты сказал, что любишь меня. Вчера мы были покойниками. Если я возьму тебя с собой, мне придется заставить тебя ненавидеть твой народ. А взамен я смогу предложить тебе только опасности и страдания. Мне достаточно твоей любви. А надолго ли этого хватит? Нет, Мэриэн. Ты скоро раскаешься. Ты должна вернуться в Форт Виктория. Сандокан. 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 Это ты, брат? Да. Ты должен постараться поспать. Отлично себя чувствую. Well, Marianne, are you all right? Вы в порядке? The Dayakis can express every emotion with their... Dayaki выражают все свои чувства в танцах.
Хорошо чувствовать себя живым. На этот раз дьявол не захотел прибрать тебя. Да, я для него слишком опасен. Боюсь, англичане так не думают. Никогда бы не поверил, что плесень может излечить рану. Видите ли, Мэриан, я знаю массу белых врачей, которые могли бы поучиться у Туангалонга. У нас в Мампрачеме ты еще и не такое увидишь. Хочешь чашечку чаю? Пирангу, чай готов? Готов, капитан Янес. Чертов пирангу, что это за пойло? Я приготовил его из того, что ты мне дал, капитан Янес. Покажи. Заплесневело. Это вода из болота. Нет-нет, теперь мы будем ее использовать как лекарство. Правильно. Завтра утром мы выходим, Туангалон. Мы будем тебя сопровождать. Нет, одним нам будет легче ускользнуть от англичан. А ты отправляйся в Мампрачем за подкреплением. Идти мы будем долго. С раненым Янесом и белой женщиной. Слушаюсь, Сандукан. Ты сможешь завтра идти? Снова джунгли, снова англичане. Ну а почему бы не остаться здесь? Местное население очень гостеприимно. Ошибся. Не очень гостеприимно. Понятно, я понял. Хорошо, завтра мы уйдем. Если вся эта история станет известна в Сараваке, моя репутация погибнет. Не забывайте, джентльмены, что лорд Брук возложил на нас всю полноту ответственности. Все ваши распоряжения выполнены. Остается ждать. Сандокан не может ускользнуть от нас. По нашим расчетам, сейчас они находятся в нескольких милях от восточного берега. А что это за расчеты? Здесь, в центре, зона больших болот. Это непреодолимая преграда даже для такого опытного человека. Человека, как Сандокан. А к северу находятся джунгли, населенные безжалостными племенами охотников за головами. Очевидно, что Сандокан не мог пойти в этом направлении. Это было бы настоящее самоубийство. Поэтому он обязательно должен был сделать крюк в юго-западном направлении, пытаясь выйти к морю приблизительно в районе Порт-Сардала. Вы недооцениваете этого бандита. Теперь у него нет никакой возможности сесть на лодку. Все рыбацкие судна находятся под нашим контролем. Лорд Гиланг, мы арестовали этого человека в деревне на берегу, когда он пытался купить лодку. Он пытался бежать. Почему ты хотел купить лодку? Ты последователь Сандокана? Говори. Говори. Говори, негодяй. Признавайся. Ты один из подчиненных этого пирата. Может быть, он не понимает нашего языка? Они все одинаковые, эти дикари. Понимают, когда хотят понимать. Есть способ заставить его понять и развязать ему язык. Вы знаете, на что я намекаю. Отличная идея, Тобби. Эй, Ведана Патаконди! Ведана! Если ты нам расскажешь, как найти Сандокана, я сохраню тебе жизнь. Иначе тебе конец. Ты не боишься смерти, да? Но я думаю, ты передумаешь, когда узнаешь, какую смерть мы тебе готовим. Смотри. Если ты не заговоришь, мы тебя зашьем заживо в шкуру этой только что убитой свиньи и бросим тебя в реку. Твоя душа не будет знать покоя, и ты на всю жизнь, и ты навсегда будешь проклят. Говори. Ты сам выбрал свою судьбу. Нет, пожалуйста, я обещаю, я все скажу. Have we made it, you think?
Ну что, все в порядке? Пока еще нельзя сказать. Что с тобой? Почему ты так жесток с самим собой? Что ты хочешь сказать? Прошлой ночью мне приснилось, что на мом, причем и скоро будет своя королева. Очень глупый сон. Иногда сны сбываются. Кто-то идет. Это Даяки. Сандокан. Туан-Голон говорит, что купил маленькую лодку у Датураджанга. Хорошо, мы будем готовы отплыть к моменту прилива. Ну что, Мэриэн, думаешь, нам удастся добраться до Момпрочема? Не знаю, получится ли у меня. Да, она меня просто преследует. Уходи отсюда. Не пытайся идти за мной. Я не хочу этого. Этот остров становится для меня просто опасен. Что означает этот барабанный бой? Смерть. Смерть для кого? Когда барабаны бьют вот так, это значит, что великое несчастье обрушилось на народ даяков. Сколько еще миль до берега? Около часа ходу. Вроде бы никого нет. Странно. Очередная засада Гиланка. Там могут спрятаться сотни сипаев. Что будем делать? Пошли посмотрим. Идите за мной. Ну что, Туан-Голонг? Ветер несчастья опять подул на твою семью. Твой отец мертв. Его убили? Говори. Нет, он умер в тюрьме. Мулударский султан скончался. Теперь ты наш султан. И на тебе лежит задача освободить нас. Ты сделал все, что мог. Больше сделать невозможно, но это все было бесполезно. Мы возвращаемся в Момпрочем. Когда будет готова лодка? Сегодня ночью. Я оставляю твоим заботам белую женщину. Доставь ее в Форт Викторию. Нет, Сандокан. Англичане, англичане! Мы окружены. На этот раз выхода нет. Патан! Патан! Что он делает? Куда он побежал? Это я, ваш друг! Не стреляйте! Это я, Патан, ваш друг! Я убью его! Он был предателем. Да. Сандокан, смотри, идет человек с белым флагом. Что тебе нужно? Лорд Гилланд хочет говорить с
принцем Сандоканом. Скажи ему, чтобы встал на середине пути. Безоружным. Не веди с ним переговоры. Он нас всех повесит. Поверьте мне, я смогу уладить дело. Я не верю Гиллунку. Где моя племянница? Она целая и невредима, с нами. Ни один волос не упал с ее головы. Я хочу ее получить. На каких условиях, лорд Гиллунг? Вы смеете выдвигать условия? Это вы предложили мне переговоры. Я обещаю сохранить вам жизнь и депортировать вас в Австралию. А моих людей? Кто они? Янис де Гомера и индусы Пирангу и Сэмбильонг. Я согласен. Последняя просьба. Никаких наказаний для жителей этой деревни. Согласен. У вас есть полчаса, чтобы сдаться безоружными. Танадуриан. Присоединись к даякам, и когда солдаты уведут нас, найди лодку и плыви в Момпрачем. Сообщи Туанголонгу насчет того, куда нас повели. Слушаюсь. Теперь посмотрим, как выглядят английские тюрьмы изнутри. Гиллунг умеет строить апартаменты для гостей. Если бы не предательство Патана, он бы нас не поймал. Патан не виноват в этом. В первый раз действительно был виноват он. Так ты знал, что это Патан? Когда ты понял, что он предатель? Никто из англичан не мог знать, что мы идем к бухте Кут. А Гиллунг ждал нас там. Никто из них не умеет писать. Значит, предатель передавал сведения устно. Но кому после нашего нападения на дом Гвиланка никто не остался в живых? Ты забыл служанку Мэриэн. А, ну конечно, ты же поручил Патану запереть ее в комнате. Теперь все понятно. Патан рассказал ей насчет бухты Кут, и Гиллунг поспешил туда и опередил нас. Значит, это он убил Эпплтона, конечно. Патан боялся, что Эпплтон опознает его. Он вызвался поймать его, но я выбрал Танадуриана. Потом он нашел подходящий момент и убил Эпплтона. И ты так надолго оставил его с нами, у меня не было доказательств. А англичане шли по нашим следам. Тюремщик! Что угодно, Сагиб. Принеси нам поесть и попить. Я умираю с голода. И чаю. Нет, чаю нет, Сагиб. Так я и думал. Надеюсь, что в аду чай есть.
Мисс Гиланг, в какое страшное приключение вы попали. Невероятно, как вам удалось ускользнуть целые и невредимые из рук этих дикарей? Что вам пришлось пережить? Боюсь разочаровать вас, миссис Росс. Это было самое интересное приключение в моей жизни. Мисс Гиланг, а каков этот сандакан? Это страшное чудовище с длинными зубами, которое каждый вечер съедает по младенцу. Мисс Гиланг, вас на завтра приглашают в крепость. Там будет церемония по случаю повешения Сандакана и его сообщников. Этого не может быть, Томби. Мой дядя гарантировал ему жизнь. Его депортируют в Австралию. Уверяю вас, завтра его повесят. Сегодня было заседание военного трибунала, и Сандакана приговорили к смертной казни через повешение. Повесить — это слишком большая честь для дикаря. Я бы привязал его к пушечному ядру и выпустил, как мы поступили в Индии во время восстания сипаев. Отличный солдат. Он был со мной, когда мы заняли Малдерский султанат. Вы знаете, что именно он убил мать Сандакана? Старуха страшно сопротивлялась, кричала, кусалась. Простите меня. Одна, две, три, четыре. Что ты считаешь? Виселицы, которые они строят. Наш друг Гиланг времени не теряет. Наверное, дал рабочим премию. Ни разу не видел, чтобы дояки так торопились. Вот эта встреча. По крайней мере, ты осталась мне верна. И в счастье, и в несчастье. В чем дело? Ты что, сердишься? Да, она имеет основание сердиться. Да, я вел не очень хорошо себя с тобой, но понимаешь, ты очень похожа на Гейланка. Ты простила меня? Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Когда будут казнены Сандакан и Янис? Завтра на заре. Но ты же обещал депортировать их. Я это сделал, чтобы освободить тебя. Если хочешь знать, когда ты пришел туда, я уже была свободна. Сандакан слишком опасный человек. Я не могу его пощадить. Вынесет приговор военного трибунала. Это не приговор, это подлость, которую ты захотел организовать. Какая тебе разница? Я тоже дала ему слово, чтобы убедить его сдаться. Благодарю тебя за эту косвенную помощь, которую ты мне оказала. Дядя Мэриан, Сандокан — главарь банды пиратов, которые много лет наводят страх на местные моря. Это опасность для цивилизации, для прогресса. И он посмел войти в мой дом, посмел взять тебя в заложницы. Такие преступления можно наказать только смертью. Я не дам этому свершиться. Интересно, как? Сейчас возвращайся к себе и не выходи без моего приказа. Без твоего приказа я пока еще не твой солдат. Сандакан — благородный человек. Если ты его повесишь, я буду тебя ненавидеть всю жизнь. Митчелл. Yes, sir. Да, сэр. Prepare the escort. Приготовь эскорт. We'll sleep to be at Victoria. Потом мы пойдем в Форт Виктория. Did you hear? Слышали? Это смена караула. Готовы? Guard. Стража. Yes, what is it? В чем дело? Мне плохо. I can't. How about the monkey, eh? А может быть, обезьянка? Этого невозможно. Попробуем. Иди сюда. Иди сюда.
Please come on now. Иди сюда, маленькая, давай. Иди сюда. Принеси нам ключи. Давай, давай, возьми у него ключи. Давай, давай. Go ahead. Ну, давай. Come on. Попробуй еще раз. Ну, давай. I must say she's a clown, all right. Какая кокетка? Достань ключи. Дай нам ключи. Вынь ключи. Возьми ключи. No, get the keys for us. Ключи. That's good. Хорошо. Правильно. Yeah, that's right. Давай, давай. That's it. Молодчина. Bravo. Thank you. Спасибо. Быстро переодеваемся. Who goes there? Кто там? Это мисс Гиланг. Откройте. Sergeant. Сержант, это мисс Гиланг. Open up, quickly now. Открывайте быстро. Мисс Гиланг, что вы здесь делаете в такое время? Я должна поговорить с арестованными. Лорд Гиланг запретил контактировать с заключенными. Этот приказ меня не касается. Мисс Гиланг, нельзя нарушать приказ. Проведите меня к ним. Давайте, встаньте за дверью, чтобы нас никто не видел. Вот камера, мисс Гиланг. Откройте дверь, лейтенант. Мисс Гиланг, что это значит? Откройте дверь, или я буду стрелять. У меня нет ключей. Пусть откроет часовой. Сожалею, я доложу вашему дяде. Взять ее. Сандокан. Сандокан, я пришла спасти тебя. You mustn't. Пошли, иди, не теряй времени, а ты обо мне не думай. Ты хочешь поехать в Монпрочем? Ты же прекрасно знаешь, что я буду с тобой всюду. Извините, что мешаю, но мы пока еще не в Монпрочеме. Надо спешить, если мы хотим туда добраться. Ты прав. К оружию! Заключенные сбежали. Это Росс, быстрее. Может быть, у нас еще есть время. Откройте дверь. Пароль. Я мисс Гиланг. К сожалению, не могу. Открой, не могу. Это Гиланг. Закрывайте дверь. В конюшне. Пошли.
Куда они ушли? В башню, сэр, с вашей племянницей. У вас нет шансов. Выходите, подняв руки вверх. Мы не будем стрелять. У нас нет больше боеприпасов. Сандакан, это даяки. Они атакуют. Туан Логолонг. Он не забыл о нас. А что могут сделать даяки против пушек? Их всех перебьют. Это невозможно. Назад, не разбегайтесь. Даяки, вернитесь назад. Надо заставить эти пушки замолчать. Смотрите, пушка Тойнби. Этот человек убил мою мать. Я захвачу пулемет. Вы с Янесом попытайтесь взломать дверь. Сандокан, не бойся. Пирангу, ты будешь с Мариан. Careful now. Желаю удачи. Замолчал.
Сандокан, держись! Они уже входят в ворота. Нет патронов. Сандокан, это динамит. Быстро факел.
Мариан. Сандокан. Танадуриан. Отведи ее в спокойное место. Пирангу, со мной. Бросай оружие и выходи. У тебя нет шансов. Нет. Он мой. Я не прошу пощады. Пирунго, отведи лорда Гиланга на берег. Дай ему лодку, чтобы он добрался до Саравака. Ты меня не убиваешь? Не будем разговаривать, Гиланг. Спешите, чтобы... Я не думаю, что я смогу затормозить гнев дайаков. Где моя племянница? Мэриан. Туангалонг, ты будешь править островом Лабуан от моего имени. Yes. Ты покидаешь нас, Сандокан. Да, я должен вернуться на Мампрачем. Борьба только начинается. А я тебе оставлю половину моих бойцов. Я хочу, чтобы дайяки научились защищать себя и управлять собой самостоятельно. Тот, кто не умеет защитить свою свободу, тот ее недостоин.